областную службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Луков-Кордон произошло ЧП. На несанкционированном месте купания утонула девочка 14 лет и мужчина. По предварительным данным, группа отдыхающих купались, дети забежали в воду, их стало уносить течением. Мужчина побежал их спасать. В итоге дети залезли на плечи мужчины, мужчина ушел под воду, двое детей выбрались из воды, одна девочка выбраться не смогла. На место прибыли спасатели областной службы спасения совместно с медиком скорой помощи, провели реанимационные мероприятия, но спасти девочку так и не удалось. На данный момент из города Саратова выдвинулась водолазная группа на поиски утонувшего мужчины.